сожалению, в настоящий момент все линии заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Попробуйте. Сообщение 280. Не могу установить связь. Начинает поступать сообщение с места событий. Очевидно, ясно одно. Исключено, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Сэр, приближаются ополченцы. Около 200. Заходят с двух сторон. Попробуем пробиться к площадке. Вперед! Арокос! Улица о нем позаботится. Согласен. Николай, мы наверху в трущобах. Ополченцы окружают. Гони вертушку к рынку, как понял. Прием! Ладно, приятель, скоро буду. Всем приготовиться к оружию бою. Начинаем. Атака! Надо пробиться к вертолету. Иди через ворота. Контакт! Идут по земле с юго-восток! Эвакуации! Вперед! Вперед! Осторожнее!